Видим, что больно ему, но нет возможности поменяться. Еще один блокшот и еще один бросок, и вновь шайба заблокирована. Как же здорово. Белорусы выдвигаются на броски, но все-таки пробиваемый во второй раз Тихоныч. Николаев, Юров. Николаев. Щелчок низом. Шайба остается на пятаке. Передача на Юрова. Бросок 4-1. Юров. Большинство всех руки опустится просто. Играть. И, как говорится, будут думать о следующем матче. И Магнитогорцев вот падает. Но здесь не оставят втроем. Юра бросает и забивает. И очень опасная шайба в воротах. Буквально 8 секунд.